Друзья, кому привет, кому салам алейкум, меня зовут Ильхан Салахов, попали на мой канал, за что вам огромное спасибо. Рубрика «Орехские волки». Мы не попали на МКС, но это не конец. У нас еще будут товарищеские матчи с медиа-командами. Я вот буквально сегодня смотрел, я не знаю, как это назвать, пресс-конференцию на спорте. Волков бы туда запустить. Но сегодня не про это. Сегодня про нового игрока нашей команды. Помните, я говорил то, что у нас будут новички, у нас будут трансферы. И вот он, первый трансфер. Этого парня вы точно знаете, этого парня вы точно любите. Но не любят его только, наверное, не знаю, люди, у которых имя начинается на Г, условно, да, там. Ну и, конечно же, мы не какая-то там команда, что-то вроде ФК Рома, у которых есть партнеры, у которых есть крутейшая форма. Даже на моей футболке сегодня открылся номер, а условно у нашего новичка ее вообще нет формы. Поэтому мы взяли у человека, которого не будет, и сегодня пока что типа, такой типа парень со двора гоняет чужой футболки, но мы обязательно его сделаем. Кстати, играть будем мы сегодня против сильной команды. Мы сейчас находимся на третьем месте. Напомню, наша команда называется «Орехские волки КПР», потому что это английская лига, и мы сейчас играем в чемпионшип. Вот, играем против шестого места. Непростая игра, надеюсь, наш новичок нас не подведет. Друзья, я вам больше скажу, это единственный игрок, который уже в нашей команде, который приехал на игру на такси «Комфорт Плюс». Можешь его прям подсветить. Приветики. Друзья, знакомьтесь, новый игрок футбольной команды «Орехские волки». Я бы вообще не говорил, что я игрок, потому что вдруг после этого матча вы скажете спасибо. Это такое может быть. Да. Поэтому... Но я думаю, ребята тебя в любом случае поддержат. Мне кажется, они соскучились по Нечаю на поле. Короче, я очкую. На меня что-то... Я чувствую, как Ильхан очень волнуется за меня. И я впервые как бы переживаю не за команду, я уверен, что у Волков все хорошо, а именно за себя, чтобы я не обосрался внутри команды. Я переживаю, знаешь, за что? Чтобы ты сегодня кайфанул. Я даже не знаю, на какой позиции нужен Волков. Ну, сначала мы с Шамиком поговорили, что ты будешь защитником. Да я вообще готов сегодня на скамеечке просто переживать за Волков. Как я уже сказал, футболки у тебя пока еще нет. Ну, скажем так, у тебя стажировка. Ну, я волчонок, у которого еще шерсть не выросла. Еще не выросла. Но я взял термуху, потому что знал, что будет, ну, другая, чужая футболка, чтобы сосочек не втирался. Ее обещали постирать. Обещали, это бывает, да, такое. Кружка такая маленькая, а бонусы по ссылке в описании большие, ребят. Badwinner дарит крутые бонусы, зарегистрированным по ссылке в закрепленном комментарии, поэтому пользуйтесь и не забывайте, что там всегда найдутся нужные события с классными коэффициентами. Не расслабляйтесь, но я его не вижу на поле. Парни играют в открытый оборонительный футбол, в три защита. Опять же, мяч под контроль, жесткий прессинг, замены у нас есть. Не надо, если язык повесили, сказали. Да, мы язык повесили, все, блин, меняемся. Не надо вот это вот. Понятно? Не хочу много говорить, вы сами понимаете. А что я забью? Все, давай, раз, два, три. Не, я Амхал хотел кричать уже. А у них что-то другое. Такие медийные персоны, опасные моменты и гол, друзья! Фиксирует дядя ворот, Криспарк Рейнджерс уже! Очень интересный гол сейчас заметил. Пинбол такой, знаете? Ну что, 1-0, начало положено. Посмотрим, как дальше будет протекать эта встреча. Ну, хотелось бы нам сегодня уже поскорее увидеть на поле Артема Нечаева, и чтобы он обязательно отметился результативными действиями. Постепенно изучаю футбол. Ауты здесь руками, я уже запомнил. Не знал? Я откуда? Я ничего не знаю. Поиграл-то из последнего, наверное, самого важного матча. Пушков касание, свежий тот сушар. Ему кладут руку на спину, разворачивается, бьет ее угловой. Пора второй забивать. Я как будущий тренер Волков говорю. Я пришел здесь захватить власть.
Эльхана сейчас выгоню из волков. Райзена из Амкала выгнал. Так, угловой. И снова Салахов. Прострел, удар, сильное подключение правого защитника сейчас. С вами еще увидеть мячи. Традиционно очень хороший сбор. А вот опасная атака Сандерленда. Удар рядом со штангой. Пролетает этот мяч. Хороший соперник. Та же самая команда. Сусаров. Великолепная скидка. Пяткой на Пышков. Пышков, недолго думая, дальний удар наносит и зарабатывает угловой для своей команды. Арифуллин в эту зону не пошли. Великолепно работает. Аскеров бьет. И голкипер Сандерленда выручает с вами. Давай! Забей! Да забей ты! Не послушался подсказок. Не забил. Передача в центр и снова ошибка. Перехват. Арифуллин разворачивается в уголочек. В самую шестерочку ворот Сандерленда сейчас хотел. Салахов будет его подавать. Мягкая подача на дальнюю штангу. Здесь снова Арифуллин. Пышков. Салахов касание бьет, вратарь на месте. Не думайте, это не мелодия, это я очень грамотно пародирую звонок. Эльхан, привет! И это поклон от Кулагина. Ну что, удар поворотом будет. Аскеров! Штрафной удар. 25-й номер, разбег, опасно! И подбор вроде бы был сначала за Сандерлендом, но здесь Салахов, снова вездесущий Салахов. Ну же, чем закончится этот эпизод? Хороший перевод, Арифуллин великолепно убегает под атаку, ну куда? Давай, пошли. Че, как все игра? Забыл, как меня зовут. Оператор забыл, как меня зовут. А я бы сказал, я знаю, видишь? Она наша, просто она вялая. Надо дожимать. Я за обоих выйду. Я оба центральных буду. Да. Вот, вот спасибо Шамиль Цесарова. Ой-ой-ой, как здорово! Арифуллин! Ну давай! Твой подсказ. И что, дорогие друзья, у нас еще Артем Нечаев появляется в составе Клинс Парк Рейнджерс. Потащи, долби, никто не против. Смотри, сейчас будет удар, о боги. Да, менять надо. Вы все видите сами. Довольно-таки неплохой шанс. Подача, и вот можно наносить удар по воротам. Еще один удар. Ильдара Арифуллина. А Нечаев-то как здорово сейчас сыграл. Ну, вообще, вошел как свой в состав команды. Мамедалиев, Аскеров, мяч потерял, Тарасов, Сергеенко, мяч теряет и свисток на перерыв. Нормально. Самое главное, я разучился волноваться. Ну, по физухе просто сейчас вторая дыхалка откроется, так всегда первые 10 минут. Думаешь, что ты не готов, а потом, знаешь, что это баф какой-то. Парни, они играть не могут, а мы не хотим. Давайте давить их. А? После 15 минуты где остальные были? Один чирик там бегает впереди и все. А где Тёма? Тём, сзади не оставляй игрока. Перед собой держи. Да, ты разыграл и все, и ушел по бровке. Рейнджерс, конечно, невооруженным взглядом мы за первый тайм могли заметить разницу в классах команд. Более закрыто вынужден играть Сандерленд. Ну что, давайте снова пробежимся по составам играющих сегодня команд. Ну а сейчас у нас Пышков. Пышков, он же мастер реализации таких моментов. Ребят, надо забивать. На тоненькую. Советский хоккей показывает. Вот это так добру не приведет, до тоненького надо забивать. Ой, с ногами, вратарь. Счет-то не такой прям. 2-0, фигня. Максим 11-й, Арифуллин. Ильдар 13-й. Ой, нулевой, без номера у нас. И опасный момент Сандерленд сейчас не реализует. Зъехав на выходе, я уверен. Как тебе прическа? Нормально. Да не, мне кажется, ему все идет. Да нет. Не все. А там ты типа считаешь, он красивый был. Не, мне нравится его сейчас, типа, если он отрастит, еще подровняет. Не, мне кажется, больше не надо. Наоборот, он хотел кудрисей сделать. Вау. Именно поэтому третью строчку в чемпионшипе она занимает. Мяч поднимает голову, ищет партнера. Дальний удар в ближний угол. Передача. Йоу. Я! Ой! Ой! Удар дракона! Не теряем!
не дотягивается до этого мяча. Это было нарушение правил. Да, молодец, работяга Салах Пельхан. Разыгрывает и грудью, что ли, там бьет Сусаров Шамиль. Но, видимо, сегодня задача капитана постоянно выводить на ударную позицию. Сыграть грубо. Арифуллин на Пышкова. Пышков. Брата. В 90% случаев либо очень опасный момент случается, либо гол и перекладина. Салахов издали. Арифуллин. Салаховым обыгрываются в стеночку. После аута Арифуллин удар. И снова. Снова Салахов. Ну и сейчас забьет, видимо, сам. Да. Получай, посвящаю гол тебе. Мне он четко давал, там должен быть скачки вдоль. Дриблинг и отрабатывает в обороне. Максим Десяц. Ой-ой-ой, Зяхов. Федоринов вводит мяч из-за боковой на Салахова. Тут мало того, что великолепным приемом обладает, может мяч поддержать, может атаку разогнать. И вот снова он разгоняет атаку своей команды. И поднимает голову. Мягкая передача на Арифуллина головой. Это Максим Десяцкий! Дима, ведем 4-0. Игра ужасная. Можно вести 4-0, но играть ужасно. Че по Артемке-то скажем? Нормально все? Ну, чуть-чуть только минжуется, а так все отлично. Сейчас вольется в коллектив. Да, для первой игры отлично. Да, будет шарашить прямо так. Мягкая подача на дальнюю штангу. Может быть, такой вот. Хитроумный удар и финальный свисток, дорогие друзья, фиксирует победу. Игра реальная, пацаны, была дерьмовая просто. Нужно набирать. Как-то вообще прям уныло было, да, Жил? Вообще. Вот. Тём, спасибо, с дебютом тебя, отлично. Спасибо, что приняли. Ждем тебя в следующей игре. Обязательно. Да. Все. Всем спасибо, пацаны. Давайте. Всем от души. Давай. Я уже выучил. Так, ну что, как тебе наша игра? Честно скажи. Слушай, я очень рад, что попали соперники такие, при которых можно действительно типа войти в сезон. Для меня это типа предсезонка получилась. Ну, я уже сказал в перерыве, я очень рад, что Амкал меня научил не волноваться. Да, я да, прям да, с самого начала вышел, да. Просто типа... Очень спокойно. Да, да. Я, кстати, думал, что ты будешь паниковать. Нет, но ты прям спокойно проходил. Да, но в центр, как на меня в Амкале. Да, ну, я же вижу, ты двигаешься. Просто на ЦЗ иногда я типа даю на шавкета и забегаю. Да, а я да, ЦЗ, да, я не должен двигать, а я уже по привычке открывался. Ну, я честно скажу, без всяких приколов, это была наша ужасная игра. Вот, поэтому спасибо большое, что пригласил. Тебе спасибо. Слушай, я надеюсь, что это моя не последняя игра. Я тоже очень надеюсь. Потому что, ну, как минимум, пацаны-то... Я не хочу быть, будет. Знаешь, такой Клаудио Маркизио. Пришел вообще Зенит и ушел просто. Мы не хотим, чтобы ты был нашим местным игуаином, который... А ты заметил, я уже к концу матча уже это, волки там поджали, да, кричу да, уже, да. Уже с полицейским уже, такой, типа... уже с полицейским ты на его связи. Называешь полицейский, да? Ты мне сказал, что он полицейский? А, у него имя есть. Полицейский? Пикин. Пикин? Почти как столица Китая, Пекин. Ну вот. Ну я думаю, с интересом с Матч ТВ, с Камеди мы могли сыграть. И реально почувствовать себя. Поэтому надо пробовать. Типа, пробовать не стыдно с такой командой, мне кажется. По-любому, Герман. Так, короче, ребят, я надеюсь, что этот ролик вам понравился, вы оценили его должным образом, написали комментарий, что вам нравится, что не нравится. Я так скажу, у нас еще будут трансферы, и над одним трансфером мы очень сильно работаем. Этот парень действительно хорош, и он не был в Амкале. Ну и, конечно же, ваш актив в инстаграме Орехских Волков, это самая лучшая благодарность для нас. Подписывайтесь на меня, на мой канал и, конечно, на Орехских Волков. Всем огромное спасибо, обнял, пока-пока.